Здравствуйте! Сегодня мы начинаем новый цикл лекций библиотеки ⁇ Исторические среды ⁇ И первое наше занятие, первая наша лекция будет посвящена проблеме, очень важной, обширной проблеме ⁇ историческая память как форма сохранения национального культурного кода и основные средства ее формирования. Как я уже отметила, тема очень обширная и в то же время требует системного анализа. Именно поэтому в ходе сегодняшней встречи я хотела бы остановиться на некоторых проблемах. Во-первых, рассмотреть историческую память как предмет научного исследования. Во-вторых, выяснить смысловое содержание понятия ⁇ историческая память ⁇ И в-третьих, установить, каково смысловое, каково социальное значение исторической памяти, а также указать основные средства и механизмы, с помощью которых историческая память формируется в обществе. Итак, историческая память как предмет научного исследования. Историческая память как предмет научного исследования оформляется или выделяется в научном поле только в середине 20-го столетия. В 40-х-50-х годах к этому явлению обращаются исследователи на Западе. Одним из первопроходцев был Морис Хальбвакс. Почему, собственно говоря, к исторической памяти начинают приковывать внимание свои исследователи? В первую очередь это было связано с тем, что в условиях нарастающей глобализации возникает вопрос о том, как сохранить собственную идентичность, как сохранить собственную идентичность каждому отдельному народу. Именно в исторической памяти начинают обнаруживать вот это средство сохранения своей собственной уникальности. Не потеряться в пространстве социума, а оставить, сохранить, осмыслить свою неповторимость. Во-вторых, историческая память становится объектом самостоятельного исследования в связи с тем, что она превращается в объект воздействия, воздействия политического. И более того, историческая память становится объектом манипуляции. Мы говорим о том, что историческая память не только формируется, но и в, период, в определенные периоды времени переформируется. Таким образом, Становится ясно, что историческая память не только отражает прошлое, но и является продуктом конструирования осознанием обществом осознанием обществом своего исторического прошлого, своего отношения к прошлому. То есть, таким образом, историческая память это не просто отражение прошедшего. Это не просто отражение в сознании того, как развивалось общество в те или иные периоды времени, но это осознание является объектом целенаправленного конструирования. И поэтому осмыслить, как это происходит, почему это происходит, становится чрезвычайно важным, чрезвычайно значимым. Как я уже отметила, что первопроходцами в исследовании исторической памяти были ученые западные. Огромное внимание уделяли исторической памяти исследователи работающие в рамках французских исторических школ, интересными опытами анализа исторической памяти, славится Французская школа аналов. В России также обращаются к изучению, изучению исторической памяти, но, правда, некоторое время спустя. Только в 90-е годы 20 века историческая память становится объектом исследований. И это также вполне обусловлено и вполне объяснимо, так как до 90-х годов у нас историческое знание, историческая наука, как в целом все гуманитарное знание базировалось на марксистской методологии. И поэтому каких-то специальных размышлений по поводу характера восприятия прошлого на, по всяком случае, официальном уровне не осуществлялось. Но в 90-х годах в связи с изменившейся общественной ситуацией в нашей стране начинается наработка исследований по анализу, по изучению исторической памяти. Одним из первопроходцев в этом плане становится Репина Ларина Петровна, специалист в области всеобщей истории и в целом историки, которые занимались всеобщей историей, которые были в, 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 интегрированы в поле западноевропейской исторической мысли, в, в первую очередь обращаются к проблемам изучения, к изучению проблем исторической памяти. В, на сегодняшний день историческую память изучают в нашей стране не только исследователи, работающие в области всеобщей истории, но и изучающие историю отечественную. Главными основами или же главными направлениями исторической мысли, где разрабатываются вопросы исторической памяти, являются интеллектуальная история и устная история. Примечательно, что в этих разработках на первый план выходит проблема Проблема, изучение проблемы состояния исторической памяти в различные периоды исторического развития. И вопрос о факторах, которые обусловливают характер восприятия в обществе своего прошедшего. В ходе этих исследований было обнаружено, что единое историческое сознание возникло в нашей стране, в России, не ранее, чем в, 13, в конце XIII, в начале XIV века. Именно тогда появляется единое наименование народа русские. Это свидетельство не только было осознанием народа, единства народа, как некой целостности, некой социальной целостности. Но также в этом понятии русские отражалось и осознание предназначения народа народ, который предназначен защищать в первую очередь свою страну. Почему? И в этом плане очень любопытны были наблюдения, которые были осуществлены культурологом, философом Кондаковым Игорем Владимировичем. Игорь Владимирович Кондаков обратил внимание, что в русском языке большая часть народов, или практически все народы, обозначаются именем существительным француз, немец, грузин, лях, татарин и так далее. И только одни носители русского языка именуют, обозначают себя именем прилагательным ⁇ русские. То есть приложенные к русской земле. А соответственно отсюда и задача ⁇ защищать русскую землю, оберегать русскую землю, возделывать. И вместе с этим глубокая надежда и уверенность, что русская земля также защитит русского человека, обережет, будет оберегать его в случае тех или иных социальных катаклизмов. Таким образом, через, учи, через изучение исторической памяти, ее основ на каждом этапе исторического развития, народ может понять, каково... Самоощущение. Каково его самоощущение? Самосознание им своего прошлого, настоящего и тех перспектив, которые он прочерчивает через это самосознание для себя в будущем. Что собой представляет или как понимается историческая память? Собственное, изучение или же... Трактовка этого понятия также составляет одно из направлений в исследовательской практике ученых, которые изучают историческую память. Это понятие очень широкое по своему смысловому содержанию. Часть исследователей трактует это понятие в контексте общественного сознания. Часть исследователей считает, что историческая память ⁇ это форма проявления коллективного сознания или исторического сознания, социального сознания. Обобщая те наработки, которые встречаются в литературе, можно дать следующее определение исторической памяти. Историческая память ⁇ существенная часть общественного сознания базирующиеся на устойчивой системе представления о прошлом, которые бытуют на обыденном уровне и определяют коллективную идентичность, коллективное самопонимание. То есть в данном случае историческая память – это существенная часть общественного сознания, базирующаяся на устойчивой системе представлений о прошлом. Каково социальное значение исторической памяти. Говоря о социальном значении исторической памяти, хотелось бы обратиться к Вольтеру, к его наблюдениям и, в первую очередь, к повести, которая называется «Случай с памятью». В этой повести рассказывается, что дочери богини памяти Мнемозины – чрезвычайно обиделись на людей за их поверхностное и неблагодарное отношение к памяти, за их оскорбительные высказывания в адрес мнимозины. И в качестве кары было решено отнять у людей память, лишить их памяти, утратив эту великую возможность помнить Люди перестали узнавать друг друга, люди перестали э, запоминать важные события в их жизни, они утратили память о тех делах, занятиях и навыках, которыми они владели. В итоге все общество погрузилось в хаос. Однако мнемазина сжалилась над глупцами и вернула им память, вернула им дар помнить. И возвращая, сказала, что без памяти у людей нет и ума. Совершенно это очевидно. Без памяти не может быть и ума. Без памяти человек, общество совершает ошибка, ошибку на ошибке. И важность помнить прошлое, Отмечаю, была осознана в человеческом обществе на ранних стадиях его развития. Уже в первобытных племенах э, бытовало представление, что молодые люди, которые проходят обряд инициации, должны э, обязательно пройти экзаменовку по знанию их родового э, предания. Предание, в котором э, повествуется о том пути, который проходит, проходила в своем историческом развитии племя, и какие интересы в этом историческом развитии преследовало это племенное образование, этот социум. Степень усвоения этих знаний, Должно, должно было, должна была указать, насколько способно молодое поколение обеспечивать стабильное существование своему социуму в будущем, когда представители этого молодого поколения станут руководителями, когда они окажутся во главе этого племени. Потому что без знания исторического опыта, а соответственно без усвоения, устойчивых геополитических интересов невозможно сохранять стабильность для существования социума и в итоге это является ничем иным как путем по нарушению жизни разрушению последовательности разрушению стабильности жизни и таким образом в Освоение исторического знания, этого раннего исторического знания, виделась последующая возможность сохранения социума в будущем. Сегодня мы обращаем внимание на важность знаний исторического прошлого, особенно соприкоснувшись с теми сложными, жизнен... с теми сложными обстоятельствами, которые связаны с специальной операцией вооруженных сил России на Украине. Фактически эти события являются ярким проявлением следствия действия политиков, которые, увы, не выучили урок истории. Здесь же надо вспомнить высказывание Василия Утиповича Ключевского его известный афоризм, что история не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Сегодня мы, увы, расплачиваемся за, за действия нерадивых учеников, за их ошибки. За тех учеников нерадивых, которые возглавляли наше общество как минимум 30 лет тому назад, это 80-е и 90-е годы 20 -го века, они, увы, проявили полное непонимание и пренебрежение устойчивыми геополитическими интересами России, которые были осознаны и сформулированы уже в конце 15 века при создании государства Московская Русь. Именно от этого государственного образования современная Россия ведет свое родословие. В чем сущность этих устойчивых геополитических интересов нашего государства, осознанных еще в конце XV века? Их основа базируется на понимании, Чрезвычайной значимости и важности западных территорий. Западные территории, на которых сформировалось в 9-11 веках государство древнерусское, которое нам известно под названием Киевская Русь. В результате сложившихся обстоятельств исторического развития, когда после распада этого государства на отдельные... Княжества, государство утратило способность себя оберегать, способность сохранять свою безопасность, и в итоге под давлением монгольских завоевателей государственность утратила свое, свой суверенитет и в этих в, в сложивших и под влиянием этих исторических обстоятельств Западные территории, которые уже больше не были связаны с Северо-Востоком, с Владимиро-Суздальским княжеством, где сосредоточилась политическая жизнь государственная на тот период времени, эти земли западные к концу XIII, начале XIV века отпали от единого государственного тела, перешли под власть Сопредельных государственных образований в первую очередь Великого Княжества Литовского. И на карте мы видим, что действительно такие города, как Киев, Житомир, Чер... <coughs> Черкасы, Минск, Орши, Витебск, Полоцк, то есть коренные древнерусские, исконно русские города, вошли в состав Великого княжества Литовского. Иван III, который является создателем государства централизованного Московская Русь, поставил задачу тогда же, в конце XV века, возвратить эти земли. Он заявил о том, что Московское централизованное государство является наследницей с одной стороны, Золотой Орды на востоке, а с другой стороны, Киевской Руси. И Эту задачу впоследствии решали его потомки: Реальная, реальные шаги по продвижению на восток начинает совершать Иван Грозный в XVI веке, а в XVII столетии начинается борьба за возвращение западных территорий. И поэтапно развивается этот процесс очень сложно, в больших, с большими потерями, военными испытаниями, все-таки в итоге к концу XVIII столетия те земли, которые были ранее утрачены, вернулись в луны русской государственности. При этом важно обратить внимание, что в процессе присоединения не ставилась задача продвинуться дальше на запад. Стояла задача вернуть только то, что было утрачено. И здесь мы вспоминаем важную архетипическую установку ⁇ ничего сверх ⁇ Меры. Соответственно, не завоевание земель, а только возвращение того, что было утрачено, тем более, что эти территории являлись крайне важными и необходимыми. Это, по сути дела, зона геополитического разлома между западными странами, западным миром, католическо-христианскими странами и востоком России православной Русью. И именно тогда становится очевидным, что эта зона, эта территория должна быть либо в составе русских земель, либо обязательно должна быть территорией, где будет преимущественно где будет, преимуще, где будет доминировать влияние русского государства где не будет присутствовать западный мир, государственные образования, которые будут являться инокультурными. Потому что в противном случае безопасность российского государства гарантированной быть не может. И исторический опыт является ярким тому подтверждением. Всякий раз, когда эти территории оказывались в зоне влияния западного мира, сопредельно государств над Русью, над Россией нависала смертельная опасность. Эти земли начинали использоваться как плацдарм для вторжения в пределы русского государства. Так было в начале XVII века, в период смутного времени, когда Речь Посполитая поставила задачу создать <класс> Великую Польшу, присоединит к себе территории Московской Руси. И реально именно с этих территорий началось продвижение на земле древнерусского государства, извините, московского государства. И поляки оказались в итоге в Москве на московском престоле. На московский престол зашел Владислав наследник польского, польского трона, но став таким образом правителем московского государства, московского государства. Таким образом, это был важный урок, что эти земли выпускать из поля зрения нельзя. Это опасно для суверенитета, для стабильности жизни, существования русского, русского мира в целом. Такие же планы по расширению территории Польши за счет земель Украины, Белоруссии и Литвы вынашивались польским руководством и в 1920-е годы, когда в послереволюционный период и в ходе гражданской войны было развернуто польское вторжение на западные территории – Советской России. По Рижскому мирному договору 1921 года Советской России пришлось уступить Польше часть западных территорий. И эти земли вернуть удалось только лишь время спустя, с началом Второй мировой войны в 1939 году. Руководители советского государства без должного внимания отнеслись к западным территориям бывшей Российской империи. И в итоге было совершено ряд ошибок, ряд действий, которые полностью противоречили геополитическим устойчивым интересам России. А именно, во-первых, это включение в 1922 году в состав Украины территорий Донецкой и Криворожской, Советской, Донецко Криворожской Советской Республики. То есть Левобережье Днепра перешло в состав новообразовавшейся Украинской Республики. Далее, в 1954 году Украине был передан Крым. А в 1991 году за Украиной были закреплены все эти земли, которые были переданы в период советского общества, советской власти. Хотя, конечно же, когда мы говорим о советском периоде, то во многом границы между, вернее, не то что во многом, а какие бы то ни было границы между республиками, были абсолютно условными. И собственно, земли как эм, лево, левобережья Днепра, так и Крыма находились в составе единого большого общего государства. Собственно, в этом и проявилась историческая близорукость советских лидеров, которые в 1991 году просто вышли на уровень государственного преступления, допустив развал не только Советского Союза, но допустив утрату Крыма и таким образом фактически ослабив уровень защиты, уровень безопасности на юге страны. То, что было очевидно для людей первобытной эпохи, важность освоения исторического предания как залог знания, как залог предупреждения любых легковесных действий в будущем по отношению к социуму, это было не понято людьми, казалось бы, цивилизованными людьми, которые жили в 20-м столетии. И именно сегодня нам приходится исправлять совершенные ошибки, которые привели к предательству национально-государственных интересов России. Сегодня в условиях ведения военных действий на территории Украины, по освобождению Украины от засилия нацизма, мы слышим не что иное, как мирную поступь истории. И к этому факту должны отнестись со всей серьезностью. Безусловно, невероятно жалко и людей Украины, которые сейчас находятся под артобстрелами. Невероятно жалко наших бойцов, которые гибнут на этой территории. Но мы осознаем, что то, что происходит, происходит во имя жизни нашего государства. На территории Юго-Восточной Украины и в целом на территории Украины сейчас решается вопрос безопасности и стабильности существования русского мира в целом. Именно о таких временах. В жизни общества писал замечательный русский поэт Федор Иванович Тютчев. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призывали все благие, как собеседника на пир. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Да, действительно, мы посетили с вами этот мир его минуты роковые. И это, наверное, великое благо отчасти, что мы можем видеть, как совершается, как происходит история, как творится история. И должны быть, наверное, чрезвычайно внимательны к этим событиям, чтобы ничего не упустить и понять величие переживаемых нами на сегодняшний день мгновений. Но вот возвращаясь к Федору Ивановичу Тютчеву, хотела бы сказать следующее, что Тютчев был не только поэтом, дипломатом, но он был и обладателем обширных исторических знаний. Он также имел удивительную способность глубоко переживать историческое прошлое. Эту способность он обретает в ранние годы, проживая в родовом имении Австюк, расположенном в средней полосе России, где было множество напоминаний о далеком прошлом. Я хотела бы обратиться к его описанию этого имени вообще жизни в этом, в этом имении Тютчева, который дает в своей книге Вадим Кожинов, наш наш литература... известный литература вет и, по сути дела, философ. Владимир Кожинов писал, «Здесь же во Встюге перед юным Тютчевым вместе с родной природой и народом глубоко раскрылась и реальность родной истории, которая значила для поэта необычайно, исключительно много». Всего в четырех верстах к западу от Овстюга на высоком холме над Десной сохранились следы древнерусского города Вщижа. Город этот, существовавший уже в IX столетии середина XI века, становится столицей самостоятельного Вщижского княжества. В летописях сохранились сведения о долгих междуусобных битвах за этот город – во второй половине XII века, о пирах и свадьбах его дите, в его детинце, то есть цитадели во внутренней городской крепости, окруженным, вну, окруженным внушительным крепостным валом. Весной 1938 года в Щиж был <coughs> до основания разрушен и сожжен полчищами Батея. После этого события город уже не восстанавливался, но небольшое селение в Щиж продолжает существовать и поныне. Поэт бывал во Шиже с детства, а в, а, в, а в последний приезд на родину, что было в 1871 году, его посещение в Шиже отозвалось одним из самых сильных стихотворений, которое называется «По дороге в Шиж». От жизни той, что бушевала здесь, От крови той, что здесь рекой лилась, Что уцелело, что дошло до нас? Два-три кургана, видимых поднесь, То есть видимых до сегодняшнего дня. Значимым было и то, что город Сиж упоминался Карамзиным в истории государства российского в числе древнерусских городов. Но Крамзин отмечал, что местонахождение в же неизвестно. Однако владелец этого села, к тому времени Зиновьев был имя владельца этого селения, он отправил Крамзину письмо, и это письмо впоследствии нашло место Примечания к новому изданию истории государства Российского. То есть таким образом это селение было не неизвестным, как писал Крамзин. Он это селение имело вполне конкретное место, этот город на месте которого так или иначе стало обосновалось или стало развиваться это селение. Это было место совершенно конкретным, и оно в итоге было зафиксировано и описано и крамзиным своей историей государства российского. Такого рода события позволяют с особой остротой и жизненностью воспринимать историю. Через много лет Тючев скажет, нет ничего более человечного в человеке, чем потребность связывать прошлое с настоящим. Немало значимым является и то, что у Тютчева было, ли, было и удивительное родовое предание. Один из его предков был участником Куликовской битвы. Это Захарий Тютчев. О нем есть упоминание в сказании о, Моск... о... о Мамаевом побоище. Это текст 15-го столетия. И память о нем зафиксированная карамзиным в истории государства российского. Безусловно, развалины древние вообще же, память о предке герои Куликовской битвы, как и сама Куликовская битва создавали особую осязаемую глубину истории и особую проникновенность исторического сознания. То есть историческое сознание, историческая память не возникают на пустом месте. Они всякий раз э, обусловлены, и глубина, и характер обусловлены тем процессом становления личности, который он проходит, теми условиями, в которые живет тот или иной человек. Вадим Кожинов считал, что те земли, на которых сформировался Тючев, являются являющиеся средней полосой России, были настоящей питательной средой для формирования выразителей русского национального духа. Слишком сильно проступала эта древняя этап, древняя страница истории, что восприятие этих остатков прошлого не могло пройти стороной мимо чутких и творческих личностей. А здесь в этой полосе сформировались такие яркие художники слова как Лесков, Толстой, Алексей, Лев Толстой, Иван, Иван Тургенев, Иван Бунин и ряд других писателей и поэтов. Исключительным по исторической насыщенности являются земли Псковщины и Новгородчины. Это земли, которые принято называть по, обращаясь к, к нашей известной летописи Повесть временных лет, откуда есть пошла русская земля. И очень многие селения нас отправляют памятью к древним страницам русской истории, вновь, обращаясь к Тютчеву, он писал своей дочери Анне, пребывая в Старой Руси который как раз располагалось селение, селение находящееся в Новгородской земле. Весь этот край, омываемый волхвом, это начало России. Среди этих беспредельных, бескрайних, величавых просторов, среди обилия широко разливающихся вод, охватывающих и соединяющих весь этот необъятный край, ощущаешь, что именно, что именно здесь колыбель Исполина, то есть колыбель России. И я могу вспомнить свое пребывание в этих землях в городе Изборске, это Псковщина. И на слайде сейчас мы видим эту крепость Изборскую, куда был приглашен вместе с... Когда было, произошло призвание, как лепит, лепит, летопись нам говорит, когда Рюрик был призван на Русь в 862 году, и вместе с ним были призваны два его, и его два брата – Трувор и Синиус. Так вот, Трувор был призван также и сел княжить в городе Изборске. Вот эта древняя крепость. Когда мы посещаем Псковщину, то нам предлагают разнообразные экскурсии. Одна из экскурсий это Изборск. И я вспоминаю, как я стояла на этих Изборских стенах и осматривала эти удивительные псковские просторы. Действительно, здесь возникает ощущение, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Эти просторы, на которых, которые видели многое, это борьбу защитников русских земель у иноземных завоевателей, которые наступали с Запада, поскольку эти земли соседствуют с Литвой и Польшей. Многое видели эти земли. И не случайно, что они также стали колыбелью для наших мыслителей, поэтов, художников, которые совершенно по-особому передавали и переживали историческое прошлое, историческую память. Одним из таких мест является имение Тригорское, которое на сегодняшний день входит в такой комплекс Пушкиногорье. Тригорское – это то имение, которое соседствовало с Пушкинским Михайловском, где он пребывал в своей ссылке в 1824-1825 шестом годах и создал более 100 поэтических произведений. Это имение, которое стало прообразом того имения, которое описывает Пушкин в своем романе в стихах Евгений Онегин. Так вот, Тригорское это имение Осиповых, которое, которое расположилось на землях бывшего древнего городища Воронихи, и вот этот обзор этого имения, и мы видим, что на противоположном в стороне от оврага, что на двух холмах, на одном из них через овраг располагается барский дом, барский дом, а на противоположном на возвышенности располагаются ост... или же холм, на котором ранее был, была крепость, креп... крепость Воронихи и Вороничи. И здесь в Воронич, эти, эти, значит, эта крепость существовала в давние времена и прекратила свое существование только, она известна с 15-го, с 14-го, 15 века и прекратила свое существование в 16-м столетии, будучи разбитой во время Ливонской войны более с, тех период, с того периода времени, то есть конца XVI века, эта крепость не восстанавливалась. Однако следы жизни людей, которые прошли здесь, которые, которые, которые оставили здесь свои следы, продолжают ощущаться. На этом месте, где располагались, располагалось это поселение и крепость Вороничи, Воронич обнаруживают старое кладбище старое, а также остатки старой крепости, которая была впоследствии восстановлена. Конечно, пребывая в таких местах, невозможно не ощущать вот эту глубину исторического пространства, глубину исторического прошлого. Вблизи от барского дома возвышается дуб. Который нам известен из поэзии Александра Сергеевича Пушкина как Дуб уединенный. Гляжу на дуб уединенный, я мыслю: Патриарх Лесов переживет мой век Забвенный, как пережил он век Отцов. Считается, что дубу более 200 лет. Он был посажен на месте захоронения русских воинов, которые пали, защищая западные рубежи. Страны. И, вероятно, именно об этом дубе, об этом дереве, таком природном памятнике, говорит Александр Сергеевич Пушкин, как о в своем произведении «Руслан и Людмила»: «У лукоморья дуб зеленый» золотая цепь на дубе том то есть вероятнее всего именно тот самый дуб описывает поэт и что это за лукоморье в восточной мифологии лукоморье это заповедное место на окраине вселенной где стоит мировое дерево ось мира по которому можно попасть в другие миры и известно что во время Великой Отечественной войны здесь под дубом, в корневищах дуба, под корневищами дуба был вырод немецкий блиндаж. И, конечно, дубу грозило погибнуть. Но после изгнания немецких захватчиков с территории Тригорского было сделано все возможное и невозможное, чтобы дерево сохранить. И оно по сей день растет на территории Дригорского. Оно огорожено изгородью но в то же время желающие или очень стремящиеся притронуться к этому древу жизни, времен, веков, удается преодолеть эту преграду и припасть к этому дереву. И одна из таких посетительниц этих мест мне рассказывала как она переживала это соприкосновение с историческим прошлым, преодолев преграды и припав к этому дереву. То есть это есть не что иное, как место памяти. Это есть не что иное, как место, которое нас связывает с нашими предками. Это и прямой носитель нашей исторической памяти. И, конечно, не случайно, что именно Александру Сергеевичу Пушкину удалось невероятно проникновенно сказать о значении исторической памяти своими поэтическими строками. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня. Земля была без них мертва. На них основана от века по воле Бога самого самостояния человека закон величия его. Да, именно историческая память, наша укорененность в прошлом, понимание прошлого – это залог величия нас, как людей – носители этого знания, этого знания о прошлом, потому что в своей жизни мы в этом случае наследуем те заветы, которые нам передают наши предки. Государство, хранящее историческую память, избегает или же предохраняет себя от ошибок. А мы, зная о прошлом, можем поверять, насколько адекватны в своих решениях, Наши государственные лидеры, не совершают ли они ошибки и таким образом э, осознанно воспринимать все то, что происходит вокруг нас. С другой стороны, историческая память имеет крайне важную роль для каждого отдельного человека, который, зная и ощущая прошлое, оказывается способным расширить рамки своего физического существования. Потому что приобщившись к прошлому, мы переживаем, проживаем жизнь наших предков. Мы ощущаем ее как непосредственно актуальную для нас. Мы глубже ощущаем жизнь, биение жизни, нежели чем тогда, когда мы ограничиваемся только рамками своего индивидуального существовании и своими повседневными делами и заботами. В этом случае мы похожи на бабочек однодневок, потому что бабочка однодневка она переживает мгновение, но в историческом пространстве мы настолько короткую жизнь проживаем, даже если она приближается к 100 годам, а большинство из нас проживают, проходят свой жизненный путь в гораздо э, огр... более ограниченном временном про... пространстве. Но зная историческое прошлое, мы чутче относимся, более чутко относимся к настоящему. Мы ощущаем и понимаем, откуда идут те или иные импульсы в современном нам мире современной действительности. Что же служит основными источниками знания исторического прошлого? Конечно, исторических источников, исторических источников знания исторического, о историческом прошлом мы получаем из огромного количества информационных блоков. В первую очередь источником информации о прошлом является, конечно, историческая наука, которая строится на базе обработки обширного материала и специалистами-исследователями. Конечно, об историческом прошлом мы узнаем из нашего личного опыта. Мы все проживаем определенный исторический момент. И с возрастом мы относимся уже к своему прошлому более осознанно. Конечно, все те, кто сегодня являются людьми, рожденными в советском обществе, они являются носителем этого знания, знания о советской эпохе. Все те, кто пережил 80 конец 80-х, 90-х годов, знают, что это такое разлом государства. И сегодня мы тоже являемся носителями самостоятельного исторического знания. Мы являемся свидетелями возвращения Крыма в состав нашего государства. А сегодня решается судьба, э, Россия, судьба наших юго-западных юго окраин, нашего юго-западного пространства, взаимоотношения с Украиной, как будут разворачиваться события, мы с вами увидим. Это великий исторический опыт, наш личный опыт, который преодолевает рамки нашего частного бытия. Безусловно, о историческом прошлом нам говорят и э, говорит и устная народная традиция. Это разнообразные этнографические материалы, прежде всего, безусловно, язык. Уже сегодня в лекции я обратила внимание на определенное смысловое содержание таких понятий, как русский. Или же ничего, кроме меры, ничего сверх ничего больше меры или ничего сверхсвета. Это тот самый код национальной культуры, который заложен, впаян в нашу языковую традицию. Это, конечно, сказки, былины, предмета прикладного искусства. Вот, в частности, говоря о этом великом древе, я не обратила вашего внимания на этнографическое изображение этого древа жизни, которое присутствует в народном искусстве и, в частности, представленное вышивкой традиции художественной народной традиции. Соответственно, это все рассыпано в различных формах проявления жизни народа. И из этих источников мы черпаем, формируем наше представление о прошлом. Каковы основные механизмы формирования исторической памяти или средства формирования исторической памяти? Безусловно, главным и основным средством формирования исторической памяти, где мы получаем системное знание о прошлом, является историческое образование, школьное, вузовское историческое образование. Здесь осуществляется целенаправленное формирование исторической памяти и Главным источником знания служит учебник, и слово учителя. Однако, когда мы говорим сегодня о системе образования, то, увы, остается очень много вопросов к его постановке в нашем обществе. Проблемы обозначились еще в 90-е годы. Все педагогическое сообщество постоянно говорит о необходимости нормализации ситуации. Но, увы, пока мы этого еще не наблюдаем. Хотя определенное стремление нормализовать положения намечаются. В частности, поставлен вопрос о необходимости издания общего, единого учебника истории для школ. Это очень важный и значимый вопрос, который нужно, конечно же, решать, потому что должна быть целостная система знаний и единая система знаний. Мы же сталкиваемся сегодня с тем, что каждая школа изучает историю по своему учебнику. Соответственно, единого представления о прошлом не формируется. Более того, в связи, возможно, с чрезвычайной перегруженностью, материала Многие педагоги выходят на уровень на уровень работы по посредством обращения к рефератам. Рефераты это особенно в условиях интернета работа совершенно бесполезная, потому что не создает целостного видения исторического прошлого, что является чрезвычайно необходимым и значимым для нас. На сегодняшний день фактически ставится за задача такой первоочередной, на мой взгляд, важности – это сформировать так называемую карту исторической памяти, где были бы сформированы общие представления о прошлом, даны общие контуры исторического прошлого, а далее из разнообразных источников информации эта историческая карта наполнялась бы и детализировалась. Кроме системы исторического образования, которая является, безусловно, основным источником знания о прошлом, об, об историческом прошлом, мы выделяем широкий спектр вспомогательных источников информации, но которые порой играют ведущую роль при слабой постановке исторической преподавания истории на сегодняшний день. Конечно, это семья, семья, которая передает свое знание о прошлом э, младшему поколению. Семейное воспитание, семейное образование, оно всегда было чрезвычайно значимым. Более того, через семью мы познаем и развитие общества в различные периоды времени. В этом году у меня студенты, заочники пишут такие работы в качестве контрольных работ. История семьи, история страны. То есть мы пытаемся посмотреть, кто из представителей рода, из предков был участником тех или иных исторических событий. И тогда становится понятным и более близким то прошедшее, которое долгое время могло восприниматься только как, те, только как события, описанные на страницах учебника. Вот эта передача семейного знания, семейного родословия была очень широко распространена в России, в частности, в революционной России, не только среди высшего сословия, но и среди крестьян. У меня есть в распоряжении хроника жизни крестьянского рода Пашеннинах. Это крестьяне Владимирской губернии, которые в 90-е годы сумели издать свою семейную хронику, которая хранилась долгое время как устное знание, передаваемое из уст в уста. Так вот, на страницах этой хроники читаем. Каждая семья старинных крестьянских родов... До последней четверти XIX века практически не имело людей, обладающих способностью записывать что-либо в том понимании, как это представляем мы в настоящее время. Никаких письменных родословий никто не вел, однако существовала родовая память, которая из изустно передавалась из поколения в поколение и являлась таким образом родословной каждой крепкой крестьянской семьи. Повторю, это говорит автор хроники Алексей Михайлович Пашинин, крепкой, трезвой и работящей. Практически содержание родословной памяти являлось ничем иным, как проявлением устного народного творчества. Неизбежно эти изустные повествования высвечивали, рас, высвечивали, высвечивали наиболее положительные факты из истории семьи. Все слышанное мной было, было лишено очернительства. Многие из повествований приобрели характер легенд, конечно. Упоминались случаи пьянства или жестокости. Но приоритет отдавался фактам проявлявшейся доброты, верности и благородства. В этом заключалась величайшая воспитательная ценность – повествования из родовой памяти. Крестьянские дети слышали эти рассказы с самых малых лет, особенно в длинные зимние вечера. Живые повествования о хорошо знакомых им лицах оставляли глубокий след, западали глубоко в память. То есть в данном случае показывается в этом замечаний, в этом предисловии к повествованию хроники, сколь значимо и важно было передача информации о прошлом из уст в уста в рамках семьи. На сегодняшний день приходится сталкиваться с тем, что многие студенты говорят, а у нас ничего нет, у нас ничего не сохранилось. У нас ничего не передавалось от старшего поколения, мы ничего не знаем. Но потом в ходе работы все-таки выясняется, что нет, все-таки что-то передавалось. Просто нет навыка аккумулировать это знание, которое на сегодняшний день является чрезвычайно ценным, и которым крайне важно заняться, и крайне важно собирать, и это служит основой для формирования прочной исторической памяти, памяти не только семьи, но и памяти целой страны, потому что каждая семья живет и развивается в рамках обширного исторического пространства пространства нашей страны, которая в то же время находится в постоянном взаимодействии с окружающим миром. Конечно, важным средством формирования исторического знания и историческая память как таковой на сегодняшний день являются средством массовой информации. Это периодическая печать, телевидение, радио, на сегодняшний день, конечно, интернет это те источники информации, которые нам высвечивают знания о прошлом. Безусловно, на сегодняшний день интернет нам дает колоссальные возможности по уточнению, по получению специального знания по разным сюжетам исторического прошлого. Но они, конечно же, работают только в том случае, если мы подходим к этим информационным блокам критически. И если мы внимательно вслушиваемся в то, что нам говорят очень серьезные специалисты, потому что, конечно, узнать историческое прошлое на сегодняшний день становится в этом плане гораздо проще, и возникает возможность получить более объемное представление об отдельных страницах истории. Меня всякий раз восхищает, когда у меня возникает вопрос о том или ином периоде или том, том или ином событии или личности. Одним нажатием клавиши, выходом в интернет, я могу тут же получить разнообразную информацию. Но, конечно, в этом информационном поле надо уметь ориентироваться. Важным источником информации и механизмом формирования исторической памяти являются места памяти. То есть памятники, мемориальные таблички, названия улиц архитектурное сооружение, музеи, музейные комплексы, кладбища, безусловно праздники, юбилеи, памятные даты, государственная символика и так далее. То есть это то, что относится к механизмам, обозначаемым единым понятием коммеморации всякий человек, каждый человек, который идет по улице, просто идет по улице городов наших, он уже погружается в историческое пространство и имеет возможность получить обширные знания об историческом прошлом, если он, конечно же, внимателен. На многих домах наших городов можно увидеть мемориальные таблички. Нужно просто не лениться подойти и прочесть по поводу какого события, какого человека здесь установлена мемориальная табличка. В наших городах улицы всегда имеют имена, носят имена либо конкретных людей, либо их названия связаны с тем или иным историческим событием. Это актуализация в нашем сознании конкретного исторического события, конкретного личности. Но нужно тоже быть внимательным. Безусловно, это и памятники, которые стоят на улицах наших городов. Конечно же, праздничная культура, в которой мы включаемся. Но всякий раз, когда беседуешь со студентами, выясняя, что мы отмечаем 4 ноября, увы, приходится сталкиваться с таким практически общим молчанием. Мы не знаем, что мы празднуем 4 ноября. Но, во всяком случае, все знают, что мы празднуем 9 мая. Это уже хорошо. Соответственно, праздничная культура нас разворачивает к тем или иным историческим событиям. Конечно, важным средством формирования исторического сознания, исторической памяти являются произведения искусства, живопись, графика, скульптура, хореография, театр, киноискусство. Но есть еще и отдельный блок – это Анекдоты, слухи, они отражают состояние исторической памяти и высвечивают тот или иной сюжет из исторического прошлого. Я вспоминаю, в советские годы ходил такой анекдот, который, в котором шло повествование о, о том, что школьники, пионеры посетили место боя который проходил вблизи от города в период гражданской войны. У обелиска они увидели пожилого человека и обратились к нему с вопросом. «Дедушка, ты, наверное, участвовал в этом бою. Расскажи, что ты помнишь?» Ну и вдруг этот пожилой человек говорит, «Да, хорошо же мы были здесь, в Краснопузах. Это в советское время, когда красные, белые, все акценты были расставлены. Но этот анекдот нам говорил о том, что есть какие-то такие потаенные моменты в нашей исторической памяти, которые, безусловно, надо приоткрывать, нужно выяснять. Не все так просто. Так что в данном случае подобного рода анекдоты и слухи, которые нам рассказывают о том, о чем-то потаенном, о чем неизвестно на уровне официальной исторического знания, это, конечно же, серьезный такой момент, который нас заставляет задуматься. Когда я пришла на работу в школу, в конце 80-х годов после института в школу сельскую, то мне стали ребята задавать вопросы, а это 86-й год, стали задавать вопросы о сталинских репрессиях. И съезде, 20-м съезде партии, о тех решениях, которые были на съезде, конечно же, о докладе Хрущева. Я как молодой учитель знала, то, что было написано в учебниках. Но я не знала ровным счетом ничего о том, что говорили в народе, потому что в нашей семье об этом не говорили. Но эти разговоры меня подтолкнули, мой интерес, познавательный интерес к тому, чтобы обратиться к этой теме и начать размышлять. Таким образом, это все есть не что иное, как средовые источники, которые способствуют нашей выработке нашего представления о прошлом. И в завершении нашей встречи я хотела бы обратиться к характеристике состояния, состояния исторической памяти в современном обществе. Отчасти я уже коснулась этих вопросов, говоря о неблагополучии в системе исторического образования. Но на сегодняшний день исследования, которые проводят социологи, показывают, что, что характер исторической памяти является на сегодняшний день таким линией разлома между поколениями, поколенческим противостоянием, потому что у старшего поколения и у молодежи совершенно разное представление о прошлом. Это связано, конечно же, и с непосредственным личным опытом. Это связано и с системой образования, и также с источником с источниками получения информации. Вот относительно источников получения информации есть очень интересное наблюдение. Выясняется, что Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в основном получают информацию из интернета и социальных сетей. При этом респонденты, которые 60 и свыше, они в первую очередь получают информацию из телепрограмм, из программ телевидения. Конечно же, то, что предстает у нас на в страничках интернета это абсолютно иное, нежели чем то, что мы можем видеть на э, телеэкранах. И, соответственно, вот эта разница в миропонимании, она является на сегодняшний день вот таким источником столкновения и, по сути, дела конфликта поколенческого. Конечно, наши поколения сформировались, но сегодня живущие поколения сформировались в разных условиях. И любопытно, что если старшее поколение в своем большинстве внимательно, способны внимательно относиться к окружающему пространству и всматриваться в нее, в него, то если говорить о молодом поколении, то здесь напротив наблюдается непогруженность в окружающую среду, что в частности демонстрирует постоянное стремление к селфи. Я обращаю внимание, что в музеях, на экскурсиях молодые люди не столько слушают экскурсоводы и пытаются упознавать. Они постоянно фотографируются. Они постоянно принимают какие-то позы. Это как раз является свидетельством того, что навыка к вдумчивому вглядыванию в окружающее пространство не наработана, не развито. Не развит этот навык. И это, конечно, создает определенные проблемы с восприятием исторического пространство исторического, исторической информации, которая, конечно, всегда требует вдумчивости, которая требует умения сопоставлять, анализировать, обобщать. О важности в межпоколенческом диалоге исторического знания очень хорошо писал Василий Осипович Ключевский, наш русский историк начала конца 19-го, начала 20 века. В своем курсе русской истории он писал, человеческое общежитие поддерживается двумя средствами – общением и преемством. Чтобы стало возможно общение между людьми, необходимо что-либо общее между ними. Только тогда они становятся способны вести общие дела, смыкаются в общество. Без общих понятий и целей, без разделяемых всеми или большинством чувств, интересов и стремлений люди не могут составить прочного общества. Чем больше возникает таких связей, чем больше получают они власти над волей соединяемых ими людей, тем общество становится прочнее. Устаиваясь и твердея от времени, эти связи превращаются в нравы и обычаи. В силу тех же условий общение возможно не только между отдельными лицами, но и между чередующимися поколениями. Это и есть историческое преемство. Оно состоит в том, что достояние одного поколения, материальное и духовное, передается другому. Средствами передачи служат наследование и воспитание. Время закрепляет усвояемое наследие историческим преданием. Историческое предание, действуя из поколения поколения, притворяет наследуемое от отцов и дедов завета в благо в наследственные свойства и наклонности потомков. Историческое предание, действуя из поколения в поколение, притворяет наследуемое от отцов и дедов заведа и блага в наследственные свойства и наклонности потомков. Это очень важное замечание. Когда у нас есть единый исторический опыт – когда у нас есть единое воспоминание о прошлом, нам есть что друг другу сказать. И очень важно, чтобы у одновременно живущих поколений было это общее историческое прошлое, которое в последние 30 лет распалось, когда знания молодых принципиально отличается от знания взрослых. Конечно, на сегодняшний день нашей центральной задачей, общественной задачей является формирование единого исторического повествования, единой исторической памяти, которая станет залогом нашего стабильного развития. На этом сегодня разрешите завершить нашу встречу. Всего доброго и до следующих встреч на наших исторических средах.